А, О, заебись, так, одна стас. ручка падает в киллзоны, нормально. Арбхаз и Прудак сейчас Там хуйня. боты вроде падают на прочка классные. Но это разве что сундука, да? Не, боты не сундука. Нет, там нет, они... Нам постоянно этот дагер падает. Я не знаю, может, я такой мастевой. По-любому. А то все падают топоры, и никому не нужна эта херня. Патролипой, это обалдеть можно просто. Я такой вообще... Я бы ему чает за это дал. Плюс один. Плюсуй. Что, все здесь? А, Нет, присутствует. пристань. Закажи, закажи, ребят. Такой долгий. Что тогда, чистим трэш до да, киллзона. Смотрим, что за птички, сука. Испортили нам все. Так сказать, нагадили. Мне кажется, надо учиться бегать на правое крыло просто и все. Ну давай пробуем учиться. Сейчас вешаю на себя СС. Накинули ХП, крики, все. Ну, можно А не я косу пошел. три эту ко всем статам, это же папки стоит. Поехали. Ля, Вайда больше хп, чем у меня, сука. Видишь, сколько у меня ХП? Скажите, а прокатит такое, если, например, пробегает тупо в ПВП шмоте? Ну я в ПВП пробегаю. Куда пошел Роми, Куда блядь? Роми поехал? Да он у нас. Да поехали уже, шо. Тут важные ребята. Вперед! Ромзе капитошка. Блядь. Направо, сейчас сразу направо. Да-да-да-да-да-да-да-да. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Я, вон, те птички, они опять, они сейчас здесь останутся, смотри, вы, вот смотрите на это, они нам... Нет. Не улетели. Полетели. Это просто багнулось что-то у них. Суки. Надо Что там? заскринить, сейчас я скрин сделаю. Чик. Блин, жалко, времени нету. Так бы шло, если время был бы вообще у нас. Опас. Выложу админу, пусть решает. Завтра я буду на работе, им все мозги вынесу. Просто пусть чинят. Что, дал масс-рез? Еще масс-рез он давай. Ничего себе. Подожди, ну сейчас попробуем, чтобы так вообще Не, там быстро. второй масс-рез давать надо будет в любом случае. Да давай, подминай нас уже. Смотри, Онлайн я сейчас поеду. всех, вот именно всех рез. Смотри, ты сейчас это, в Долоране там зомби еще повстают. Ну, что, видел, как папа рассет? Ну, видишь, походу не с таргета, а с точки, где ты стоишь. Так, что танком делать? Там один танк. Орхидея не объяснулась. Орхидея, покидайте его. Что, вам рыбу еще ставить? Да. Короче, смотрите, он будет кастовать. Шкаф, рыбу, все подряд. Сейчас мне надо будет ДБМ поставить, никуда ж не... Кто хотел Роми без сопротов? А, Войд, Войд. А где ты ДБМ поставишь? Ладно, буду без него, все равно он же не пропает на эти косты. А чё, ты так его вот сюда не скинул его? Они жадины. А, блин, я вроде скидывал. Куда? Сейчас, секунду. Да ладно, забей. Будешь сам анонсить. Так не забей, кидай. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Я нигде не кидал.
И только сейчас я понял, что я нихера не понял. Так. Я его не включал. Так, что рассказываете, что делаете? Ну, короче, слушай, в босса 4 спыла. Кидает в голову рандомному челику молнию, если прилетает вторая, она типа там в АЕ, поэтому нужен рейндж. Типа, есть сказ статический шторм, должны все сбежаться под босса. Но кто не сбежался, там кидается метка, нужно сбежаться, короче, в метку. Обычно все сбегаются под босса. Потом есть каст, вызывает птички, но это такое, его хилы захиливают. Есть каст, типа, тебе может в воздух подкинуть. Это, типа, варом чаржись обратно в босса, вообще плевать. И все. Все же есть саппроты. Есть у меня. Так, что ждем? Сейчас я рыбу поставлю. Лапа есть, все есть, Ваня. Обязательно ли пить танку саппрот? Ну, упадет, получит ГП. Да, Войт просто жид, я знаю его, блядь. Еврей, блядь. Так, ладно, ставлю рыбу. Блин, хоть бы кто сказал, думать, день ПВЕшь мод. А день ПВЕшь мод. Спасибо. Смотрит на меня и спрашивает, кто там, сука. Да он надел. Роми, блять, раздуплись, нахуй. Канина закончилась, все, тебе, блять, уже это? Куда пошел нахуй? Топор не уходит. Лизма, где? Лизма, значит. Это, чего? Малыш. Есть сопрот? Я ж выпил. Ага, все вижу. Ага. Сейчас сопрот выпивать? Ну да. Ты, Саня, тебе давать или у тебя есть? Саня, Орхидея. Да, есть все. Чё ждём? Ну, рассказывай. Шо, где танком танчить? Ренжа между собой, танчите по центру. После третьей молнии, когда кастуют, все сразу сбегаемся в центр. Я постараюсь анонсить. В левую сторону, не бегите. Да, танчи. Я вот не знаю, как кто танчит. Танчит воет, да, здесь нужен один, по идее, танк. Так что давай перебивайся в ДД с ТП. Это Виталя. А, я в ДД? Да. Да, тут один танк. Кроме босса ничего нет. Ой, чё ты не выпил сопрот, скажи мне? Ты жадина, я тебе зачем его через трейд давал? Чтобы он его продал потом. Слушайте, а у меня нескромный вопрос. У нас всем отсюда, кому-то отсюда что-то нужно? Может быть, мы сразу пойдем на четвертого, где три не падают, и все? Да давай всех бьем, надо, чтобы тактику, ты же сам говорю, учили. Пусть учат, ребят. Всё, не вопрос. Так, рейндж держать 7 миликом всегда, да? Не миликом, а рейндж ДД. Я не знаю, милики там держат, не держат. Так. Милики выходят, когда ловят метку. Да, там метка какая-то есть, они ее выносят. Все. Потому что если влетает вторая метка в этот же таргет, там АОЕ дэмэдж хороший. Ух, чё, поехали? Давайте, let's go. Yeah.
Нет. Хорошо. Так, первая, да? Да, вышла звезда. Вторая. На третьей сбегаемся. Сбегаемся в центр все. Странно. Что-то я, наверное, не знаю. Там же показывают обычно. У меня ДПМ просто вообще отключен. Все нормально сделал. Все, разбежались. Войда против. Первый. На мне статический сбой. Что делать? Уходить. Второе. Да? Было? Это третье, походу, уже. На мне был первый. На мне статический сбой. Пал. Вот это третий. Вперед, в центр. Если на ком-то молния, все в него сбегаемся. Такое может быть, что кто-то не успел. Разбежались. Первый. Хватит прожми эту хуйню. Не надо ничего прожми. У меня там ДБМ показывает вот так. У меня просто вообще он отключен, поэтому я так чисто по монитору. Третье, да? Ну надо время все равно, сколько вот давать здесь искать. Раз, два, ну считайте. Через сколько он его даст. Теперь можно сбегаться. Пицца. Еще один будет. А, после четвертой. Оп, едрыть-мандрыть. Вот у меня таймер есть, он сейчас после этого пару секунд будет кастовать. Вот кастовать. Значит, после четвертой. Короче, Линка, ну-ка. Тифон хил на меня глушение. Давай в центр. Если ты не в центре, по тебе дамаг больше. Все прожимки прослакал. Я прослакал и молнии. После четвертой, да? Я скажу как. Еще у вас где-то 20 секунд. Кто-то улетел, захиловал. Сбегаемся. Фон на мне. Бля, меня подкинуло. Просто. Тебя не жалко. Так, и я рывок дал. Как видите, ребят, босс лайтовый. Если бы не те птички, мы бы два сундука налегке закрыли. Этот непонятный трэш справа. Я такое впервые вижу. Где-то 5 секунд. Сейчас будет как раз убегаем. Сбегаемся.
Ладно, я выбегу. Готовимся. Сбежали. Так, ну как всегда, говно. Чё, куда дальше? Ты шо, умираем? Хотя можно, ну да, слышишь. Слушай, ну посмотри, кстати, смотри, а выдели у себя через Ctrl-V сейчас, а ну-ка, смотри, задум. Через Ctrl-V выдели у себя, чтобы было хп-бар виден над мобами. И посмотри, под мобами еще внизу там еще орлов да, пачка стоит. Да, есть, видишь? Они в текстурах. Угу, вижу. Тоже заскринить. Да, наверное. Да, на телефон перекину, телевизор сейчас закину скрины. Я покажу, короче, АФК. А, давай, да, я упаду. А как вы без меня? АФК. Засумоните, да? Да я скрины выложу в Дискорд, чтобы не забыть завтра. Да буду выносить, ну, как бы, раз... Не то, что... Просто поговорю с админами. Тут админы отзывчивые. Поехали. Все, ну ты сделал, да? Да, скрины есть. Просто ложимся, да? Да, встаем. Как Войт говорил, нахер запить сопрот, я вообще не знаю. Ну, это ты понимаешь, да ты так сейчас думаешь, а когда у тебя сундучок горит, давай я тебе объясню. Меня в какой-то момент пробило, оставило 3к хп. Чтобы ты понимал, смотри, я был под сапротом, и у меня больше, чем 1800 усилков было, почти 1900. Чтобы ты понимал, то ты ставил тотем от силы природы? Он тут не помогал. Молния — это сила природы, насколько я помню. Помогает, а ты понимаешь, вот давай сейчас я тотем на кастеров заменил на силы природы. Нормально будет, можно саппорт играть. Так, мы всегда тут пьем саппорты. Тут саппорты, реально. То против... Мы ж, видишь, мы делаем так, мы закрываем три сундука почти всегда удачно. Это а знаешь, сегодня почему просто... вас так ваншотит? Потому что если одна статический шок, насколько я заметил, это 25% от природы. Когда два статических шока, если ты будешь, блядь, еще в этот момент стоять в миллизоне либо в рейде, тебя нахуй прощебет весь рейд в пизду. Ну и да, мне чуть тут только что не шотнуло, но не убило. Ну, да, я был под сопротами, но если вообще был... он тут бьется 7 минут, этот босс. Плюс-минус, он такой лыковый очень. Там на третьем чуть посложнее. Ну, я считаю, второй гораздо сложнее, чем первый. Так, ладно, ставлю шкаф, я тоже полечу, то у меня став сломался. Ребята, я АФК бил одну минуту, отойду. Давайте по очереди лететь, потому что нам тоже лететь надо починиться. А какие эти усилки есть, надо маг перебить? Клизма. Все, клизма, мамонт. А вон ремонт стоит, ёпашу мать. Клизмы есть, мам. Ну короче, Войт сэкономил 160 голды. Починился, на минутку отошёл. Тык на сумон, блюд. Роми, сука, хитер, блядь. Не пошел умирать.
Блять, оно медленное, нахуй мне не нужно. А где? Давай на дизенчант. Чиниться вот этот рецепт взять. Инженерский. Джирса? Это Игорь знает. Не Джирса, а полевого робота. Хламобота ты умеешь? Это? Полевой робот. Я не помню уже. А, для инжи типа рецепт, который Джирса потом нужен, да? Он в каком-то инсте, вроде Черной горы или как, я не помню. Туда пультом можно протянуться. Ну, там несколько, я вот какой где не помню. Один, Рома, да, Роме, ты тварь, ты в курсе, блядь? Я сролил нахуй на дизенчант, а то он мне, блядь. А дай сюда, блядь. Ты уже одну здесь понял. Тварь, блядь. Ой, все, ГП нахуй ему, блядь. Сколько боссов осталось? Да хрена. Так, двух мы убили, а тут есть семь, да? А не, 6 есть. Еще 4 босса. А что если Зул'джина завалить, а потом остальных? Зул'джина не пройдет. Нам в идеале нужно идти только на босса, а вот если мы сундуки сфейлили, не сфейлили, неважно. После этого имеет смысл, как по мне, бежать только на босса, с которого 3 не бьются. Все. А что, врата вроде должны быть закрыты. Врата будут закрыты, там 4 босса стоят, не? Будут. Да, похуй, в гонку постучим, нормально будет. В гонг, да, постучим? Там же есть гонг. Где? А чё вы рулите? Ты вообще кому-то нужно, блядь? А чё ты ролишь, Роме, если все АФК что-то? Роме ищет выгоду. Лёжа. Пошадевать послал. Ты заебал задумав лудить там, блядь? Можно кольцо рольнуть? Берите, что хотите. Какое кольцо? Перстень древней магии. Так он его уже сдизит, блять, буду. Дебил, сука. Надо кому, нет? Забирает. Он его уже сдизенчантил, его нет уже. Я предлагаю здесь сегодня ЕП даже не давать. У нас ровно ЕП. И все без ЕП. Берите весь шмот, короче. Сегодня у нас учение. Никаких. Обучающий. И все войду весь шмот давай. Да хуй. Только Тринька упадет полюбас. Тринку войду. Мастеролу на танк, а войду на ДД. Нихуя, наоборот. Клизме дадим ЕП, это что он редко сейчас бывает в рейде. Там и на танке, на ДД с Луджина падают. Правильно, Клизманыч? Успокойтесь. Я отказываться не буду, но не обязательно. Я Вуду тоже заберу. Там уже сейчас почаще будет. Давайте еще пройдем. Ладно, шо, поехали, что там? Да, я Ферли, кто? Все тут есть? Куда? Куда? Ну, блядь, кто вог? Нахера вы сагрили? Что там делаю? Такое, не понял. Что делать? Через два. Кто сагрили? Кто сагрил? А? Не знаю, но я напулил на Войда. Он теперь бегает за ним. Я вот даже... Под земли трэш умудритесь достать. Это по-любому Роме был, блядь. Шо, бьем третьего или не бьем, Сань, нужен нам он, нет? Чекни ворота. Открыла, чекни дырку, которая к триням. И ладно, хорошо. Третий нужен, 100%. Там щит. Вот, щит. Нормально, пацаны. Все, поехали. Хорошо. Дай, тогда я на всякий случай чекну. Секунду, я сейчас приеду, подожди. Там чекнешь. Да, давайте мы тут, ну, всех попробуем, чтобы... Ну, вот я ни разу не был, только на 40 лет, чтобы ты бы знать... Там примерно. Просто, короче, триня на свою падает, он вас байтит. Так, ладно. У нас, вообще... Посмотри, у нас все куплено вообще-то. Давайте так, смотри. Если вот мы убили Акилзона, нам еще дается 20 минут. Мы вот так вот все дружненько пробегаем. Стопоримся, вот тут вот тут делает чедан. Нет, мастер, стой. Куда вы дальше побежали? Вот тут вот стоит, где звезда обычно. Все добегают.
Здесь вот невидимый трэш, пантеры. Агрятся еще дальше, агрят и больше пантер, они там еще дальше, танки. Танки. Шо, дальше пробегайте. Агрят и пантер. Давай, 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 не чекуйте. Ну что, я сам должен бежать туда. Так у меня, блядь, станет. Собрали трэш. Дали время на агро. Ну, дальше знаете, что делать. Обычно все бегут одновременно. Тут тратить время нельзя. Пока что эту дверь еще закрыта. Все, окей. Разведка доложила. Дверь закрыта. Как там? Птичка внести, птичка внести. Перепрыгнем через дверь. Сегодня с Люжинами было, не так мутят, я вам говорю, я там просто усыкался, блин. Чё они там мутят? У них там песенки всякие там. У них еще есть диджей, представь, захожу в Дискорд, а там музыка на всю колбасит. Я не слышу даже, кто что говорит. Все-таки сразу... Что сделать? Только надо канал... Смотрите, мы разваливаем трэш, после этого аккуратненько идем вот сюда. Я так сделал уже раз, мне мут дали. Только у них просто диджей какой-то, типа бот стоит. Ну, я в курсе. Да, вот здесь, вот там еще дальше чуть-чуть есть. Старайтесь сразу, вот там, да, я проверю. А, Скифон, смотри, тебя поднять здесь не получится, сразу вставай, беги. На трэше можно зайти и бежать. Я на всех милишники бью зачастую... элиток, вот этих троллей. Кто может заливает АОЕ. А я на всех вешу проклятие стихий, чтоб Максим не дамажил. Кто, говорят, слабо бьет. Ай, и кто меня сложит? Умер. И меня, и мага. Чего? Кто виноват? Виноват там. Умер, ДД, проблемы, ДД. Задум, тут же бить много? Ты в курсе, да. Что встал, побежал? Нет, не хочу, все, блядь. Банда, хорошо, паста. Хорошо. Это вообще, конечно, да, здесь нельзя так падать. Надо агро учитывать, себя скидывать, просто часто слабом. Да, и этот трэш бьет не всем стадом, а бьет из двух частей. Да ничего, нормально, вроде всем мы уже забивали. Нет, танки не успевают агросов на всех держать. Ну, я, допустим, могу скинуть агро, и маг может скинуть агро своими иллюзиями. Всё, чем они там скидывают? Как ты не врёшь? Да, тут нормально все как бы. У нас нема ДК. Мы бы по-любому третьего босса не убили. Почему? Просто не бьют. Потом... РДД. Здесь дается хождение по воде, но у кого есть долгоног. И пробегается вот так вот справа, если увидит этой будочки. По воде. Шаму представь точечно, пока нас всех накастует, это понятно, сейчас там время не важно, надо показать хотя бы принцип. Ладно, я побегу. Я рыбий жир не брал. Рыбий жир не брал? Санёк. Так давай там левитацию на ногах пройдемся по воде, если ты хочешь. Ага, да, надо на маунтах пробегать, ну вообще запишите. Ну да, стоять, ой, обратно. Обратно, ребята, обратно. Не спешите, обратно. Не спешите. Сейчас я прибегу. Резните там мага пока. Маг уже раз. Так что тебе за рыбьим жиром что ли слетать? Да, пошли уже. Ну, все, мы так пропрыгаем, а все потом будут знать, куда бежать.
узкой. Ну, бегите, я на долгоного сяду вас. Да. Ну, погнали туда-сюда. Не, не надо справа, зачем мы уже справа? Все, ну, так уже, все, уже так бегать, проходим. Уже так, уже проверено. Мы уже так проходим, да. Ну, ладно. В общем, тут хождение по воде и просто пробегается. Либо эликсир хождения по воде, какая разница. О, Зоил, блядь, получил четвертый карту, да? А, или этот, Вушейп. Тут какой... А, нет, Женя и Лемка. Не-не-не, вот сюда, 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 вот. Вот, где Роми идет, вот сюда танки. Если мы рашаем, танки сразу, как если видят, что хилы тоже подбежали, сразу цепляют мобов и начинают разбирать. Не ждут, пока все остальные вылезут на берег. Аккуратно, Макс, старайся не переагривать, мы уже никуда не спешим. Ой, дай, пожалуйста, бдительность, подумал. Блять, я сбил его. Дай, дай на ром. Да, Клизма у нас тоже очень сильно дамажит, точнее не тоже, он не знаю почему, конечно. Вообще я слабо дамажу. Он бы дамажил еще больше, если бы символ веера стоял. А тут же веер клинков, ты понимаешь, тебя это кливает на боссах. Поэтому его и не юзает, я насколько знаю, не на всех боссах. Ну на каждый раз про себе на щит 20 стаков, блядь, таких символов, короче, меняй каждый раз. Ну трэш и на босс. А ты какой ставишь символ? Что там точно верю не заходит символы на комбаты. Впереди еще не видел. Мясорубка и т.д. пойдет. Мобов. Большой символ. Мне проще поставить череду потрошений и коварный удар. Этих мобов еще разбирают. После этих мы уже будем бежать. Смотрите, мобы, которые дальше, кидают сетки. Для этого вы бьете танки, которые первые бегут, эликсиры свободы действия. Это нужно, чтобы они на себя, грубо говоря, кадагрили, собирали все сетки. И те, кто бегут сзади, уже их не цепляли, эти сетки. И достать не можешь, да, его? О, кого? Свобода действия. Ну, пойти могу. Есть ГБ? Ну, конечно. Дальше сюда. Смысл их тратить? Да, да и что вы это делали? Я поставлю ГБ.
на будущее. Мы когда идем здесь чистим трэш, важно, чтобы танки агрили очень сильно, а ДД тоже думали, насколько сильно они вливаются. Тут более важно не упасть, чем... Есть смысл с ним? Подождите, дальше не чистим уже. Сейчас на себя цвет повешу. Вообще у нас и бопа нет, ну... Куда бежим? Сейчас все покажет. А, я понял, так, я танки. Вижу уже по карте. Кто танки у нас? Войд, правильно? Крик на хп есть, стамину дайте, подумал. А кто у нас второй танк? Мастерал вижу. А где мы еще? А, вот. Ее можно пить, наверное? А, и мне давать свободу действий с вами. То что? Все-таки ты меня провезешь. Кто меня провезет? Я свободу действий могу пить на слоне или нет? Нет, тебя скинет, потом обратно садишься. Давай мне, я сам выпью, пробегу, потому что мне от тебя смысла особого нет. Мне главное не упасть. Так, чё, танки готовы? Чё, пить, не пить? Ну, давайте, пьём, короче, садимся на маунтов и поехали. Го-го-го-го-го. Блять, я в яму упал, сука. Пушка, блин. Да, даже с учетом того, что я тоже в яму упал, пробежали. Он примерно так вот тут пробегается. Я встаю. Так. Отойдем в угол дальше, потому что мы можем зацепить или нет. Да нормально все, я так 100 раз сделал, не очкуй. Кстати, слово нас страшно становится. Войд, молимся на щит, нахуй. Мастерал, там шкаф ставь. Ставь. Так, щит же вроде с джанулая падает. Рыбу поставил, да. Сумоним, плюс быстро, кому надо сум. Все равно делаем все на время, стараемся делать, ну, максимально быстро. Я затрачу в сутки уже 11. Ну, сколько я знаю, вы должны тигра бить. А будьте так любезны, нажмите кто-нибудь на сумон. Да, что? Мы сейчас халази бьем, да? Да. Кстати, ребят, я сейчас только понял, что я Killzone бил без саппорта. Слушайте, как легким движением люди получают ГП? Такие, если так давали, ты говоришь. То... Если упадет, я говорил, войду. Я тоже не упаду. А там саппорты не решают вообще. На молниях реально решают. Вот, ну, там просто тупо вот, ну, там бывают ситуации, когда он пробивает тебя больше, чем 1800. 1800 это тупо минимум, без которого вообще нет смысла туда идти. Короче, не знаю, что это надо будет потом пробовать. Ладно, а здесь все, милики должны танки. В тотем вливаться еще, помимо всего прочего. Два танка. Смотрите, босс вызывает рысь. И вызывается тотем. Приоритет ударов. Тотем важно. Дальше в рысь, дальше в босса. Все, третьего не дано. Танки что делают? Стоят АФК под боссом. А, один он кливает, босса, да? Босса, второй бьет рысь. Че, я на боссе? Давай. Сапроты нужны? Босса танчит тоже. Нет, тут паски на ДД. Ну, можете у кого сапроты не пить, босс легкий вообще.
Сейчас, давайте таймер засеку. Он кливый, интересно. Он очень мощный. Все, давай, агри. Я здесь. А где босс? А Геру дают на третий рысь, если что. Рысь держать под боссом? Да. И все свечиваются в рысь. Вот, я смотрю, тут пашет хорошо этот конь. Удар грома. Он замедляется сильно. Атака его. Почти на всех боссов. Так что это надо основному давать. Опа, труп нахуй. Вообще все что-то получили дома. Врыть. Там нужно шорт еще поспорить. А ты потому что стоит. Он только что появился. Тифон, мы мага поднимем. Диспелите. А, у нас магии нет, в чем. Дай масс диспел. Отдаем. Клизму биться. Прокил саму. Что такое? Чем он не сбил каст? Видишь огненный шок, сразу два масс диспел. Вообще вон да, чуть-чуть дальше масс надо диспел отводить. Вот, идем дальше. Чуть-чуть отведите его, да, ближе вот к стеночке вот такой. Мне да не нравится. Не, а как у меня сработал реванш? Он такой кривый, да? Что? Ой, да что тебе с хп? Чё? Тут не хватает. О, опять один. Рысь. Я знаю, почему мага убивает. Ты перебил ссылки, правда? Диспел, масс диспел, давай. Второе падение было еще потому, что не рабафнули стамину. Все, магу, ХП. Ты не убеди. Я маргиналу скажу, но на чисто. Тотем. Масс диспел. Че ХП у босса так много? Потому что рысь. И когда рысь убиваешь, ХП возвращается. Клив есть, но очень маленький. Тут даже не... можно в одного танка идти спокойно. Что, растишка может, нет? А так-то это рысик. Вторая. И там погоди, в конце начнет кливить нормально. Прохил. Рейс. Рысь долго забираешь. Потом. Вера не туда. Вижу, да. ДЦ смотри, бля, ой, шипешник, смотри за. Как Скифон упал.
счет 0. По хилю шипы или щиту, я не знаю. Так, успокойся. Шипы, давай. Его шокнули. Шок. Сиди, успокойся, бейте. Обычно еще аура на Fire Disease была. Диспел, у нас диспел дал. Нечаянно там. Че, где он? А, где он? Тотем. Дорога, ты что-то дамаг получаешь. Тум мана. Мас диспел. Короче, говно, говно, босс. О, шея, блядь. Да, она обоссана. Смотрите, ребят, сундук, как я правильно понимаю, задум, я правильно говорю, вот туда вот дальше пробегаешь, он там появляется. Я не знаю. Да, справа. Весните сундук, людей, а сундук да. Появляется где-то здесь, с этой стороны, вот сюда убегал Midway всегда, где-то здесь его брал. Видишь, вот, тут как бы... Ходить надо. Окей, спасибо, дружище, что нам помог. Удачи. Роми сагрил. Роми, блядь, больше я прошу нахуй. Да, в принципе, можно умирать, умирайте. Зачем? Ну, ладно. А нам бежать направо, а все равно там со скулом. Все через клизму починились? Ну, да, вроде. Странно, звучит через клизму починились. В общем, все легко, вот так вот очищается в основном три сундука. Если без всякого вот этого трэша, я думаю, может быть, даже третий бы захватили. То, что, видите, прошли мы нормально. Единственное, загрузка вот этот трэш. После третьего трэша делается небольшая перебежка на половину пути к четвертому боссу и делается, как правило, перерыв. Я не знаю, я сам еще максимум на час буду. Ну, хотя, в принципе, я кофе выпил и спать не хочется. То, что завтра в сутки. Ну, там поглядим, как мать пойдет. Ну, пойдем еще или нет, лица? Еще раз. Еще пойдем или лица уже? Да нет, пойдем, конечно. Это мы сколько, троих забрали, да? Да, и со всех трех, если все четко делать. Мы убили его, у меня таймер идет, сейчас 8 минут прошло. С учетом того, что мы уже его убили. Считайте, сколько бьется этот босс. Минут 5. Ну, пускай 6. Побежали на изготовку. Все легко, смотрите. В принципе. А теперь на какого мы бежим дальше? Мы сначала здесь точно так же пропускаем первый кусок трэша. А мы бежим на босса, который с яйцами. То есть, где мы поворачивали налево к боссу, мы сейчас пробегаем просто вперед, и там сразу на поляне просто падаем, разрезываемся, и там дальше начинаем по чуть-чуть чистить. Босс с яйцами. На мини-карте, на карте он красным позначен, да? Вот эту красную. Мы пробегаем. Красного, мы сейчас просто ровно фактически пробегаем вниз и будем и там в самом низу, в левом нижнем углу умираем. Вот, бежим так же, как и бежали, только получается по мосту, то мы поворачивали налево, а мы по мосту прямо бежим постоянно. Да, танки да. Поняли? Так, крик на ХП. Все готовы? А ну, чек на готовность. Все, давайте танки вперед. Давай, давай, давай. Направо, направо. А, ой. Сам да. Да что ты меня пугаешь? Не туда, Рома. Налево, не туда. Ладно, я пробегу. Так, ребята, смотрите, я спрятался, меня даже... Блин, нет! Сложила.
Кстати, я все равно без СС был. Так, ладно, перебегаем. Это был неудачный побег. Так сказали направо, я вообще, блядь, чуть на лестницу не побежал. Вообще меня слушать нельзя. Одного ДД доберите кого-то. Да шо, давай в общак там, с кого там. И чё Гитлер? Да наших дёргай, пусть наших худючатся лучше лишний раз. Ладно, сейчас буду смотреть. И сейчас любого бери. Кто здесь вообще слакает? Твинси. Я не пойду. Это Ю. Ну, он за Твинси бегает. Знаешь, как на таких называют? Подкаблучник. Тамары, так, ладно. Ну, понятно. Нет, то ихнее дело. Я тоже одно время жаль не ходил. Но нам, по сути дела... Так, кого бы нам одеть? Кто нам нужен? Так, смотрим. Я... Либо дрищи дрищами вообще, либо вары одни. Нам любой с закрытым профом. Бери любого с закрытым профом. Вот тот Илья ДД, да? Возьмем? А, он в Каражане. А, блин. Веточка, по-моему, этот... Вообще она, по-моему, была сегодня в 2. А это Миша вообще. Веточка Миша. А, Шейфер АФК сейчас. Пускай. Ну, Шейфера могли бы Шаму взять. Он тут он как раз на Шаму сыпется трэш. А это Ледждана в ДД. Наша тварь, блядь. И вообще нам, конечно, выпало, да? Ну, а шо Галыш этот? Что вы делаете? А ты кто? Я тот чел, который тебе... Который, короче, лукаш такой же, как и ты, блядь, урон. Тот, кто сегодня это сролил. Брин-тролль, да, он называется? Че его троллебой называют? Троллебой, блядь. Брин-тролль. Я отдал. А, так ты вдвойне, короче, я тебе говорю, надо было брать и хвастаться, понимаешь, у нас бы тут все бы локти кусали, выходишь, хиле такое одеваешь, просто это троллейбой. Да не похуй, блядь, хуй, блядь, хуй в пальто. Да он отдал его, нахуй. Никуда он не идет, у него КД на. Мне КД надо для мамы, чё, валишь? А кто учит вас вообще именно хотя бы сундуки брать? Ты знаешь, с сундуков только падает именно этот троллейбой? Мы знаем, а блин, ничего, да нет, такого не может быть, что сундуков. Не, мат. Да не гони, реально что ли? Нам с трэша он падал, братан. Алло, времени мало, как бы 3 часа ночи, уровень 4. С копальщиком смотри. Пробежим, может? А чё мы Честера взяли? Кик его. Да понимаем, что побежали, ребят, давайте. Все здесь? Поехали. Главное, что. Плачдан есть, кстати, если что? Сейчас на сердце еще вешу. Подождите, крик на хп. Да, кто-то есть, но страшно бежать. Крик а, Войт, сними щит, пожалуйста. Куда бежать? Давайте, я сейчас вперед пойду, попробую. Беги, беги, точно так же, как бежали до босса, но на последнем повороте поворачиваешь не налево, а тупо прямо пробежать. Там скала. Дайте крик на хп, Лар. А вы хоть первого босса убили или нет? Нет, мы вообще просто какой-то трэш убиваем. Вы петуха убили или медведя? Да мы троллейбой с трэша встанем все убить. Давай чек на готовность, все. Сейчас идем бить босса с яйцами. Ну что, поехали? Сейчас. Оп. Роми, не беги первый. Что за слаки вообще? Мастер Волт, Скифон, с Люповкой. Как вот его? Надо его запомнить вообще. Войду. Потом мастеру. Орхидеи. Затупу КП дать. Опять держится.
Да побежали, нам присумоним. Давайте, поехали. Кто есть, вперед. Воет, братан. Я в тебя верю. Вперед. Где что-то тут можно? Раз, раз. Я даже боюсь спросить, куда ты бежал. Налево. Теперь направо. Прямо, прямо беги. Сюда. Я СС использовал. Нормально, связь с крестом тут тоже. Я, короче, их застанил. Так, все нормально, забейте. Все, два человека даже могут встать. Нормально. Шкаф, шкаф на базе. В смысле, два? Я не могу. Я могу, ты встанешь. Ты мне по хребтине кто-то дам.